Всем привет, дорогие друзья, и с вами Саня. Недавно вот такая фигня со мной случилась. Это вот сколько уже мне этот джойстик, лет 5, сколько вот PlayStation 3, в каком году, я уж не помню, вышло. И вот что случилось. Слетела резинка, да, это болезнь вот этих самых первых джойстиков. Долго она держалась, и уже вот в последние разы вот здесь вот начало просто отслаиваться резинка вот эта вот. И, недолго думая, поштудировав интернет, почитав немного, я пришел к выводу, что не буду я такие же заказывать, а возьму я от Xbox. Вот они. От Xbox One джойстика. Они удобны, они мне, кстати, даже немного больше нравятся, чем на DualShock на четвертом. Вот здесь вот не такие теснения, как ребрение у них, и вот здесь небольшая впадинка. Они из пластика полностью отлиты, никаких ни резиночек, ничего, очень удобные. И заказал набор вот такой тут, отвертка. Недорого стоит. Оставлю ссылки в описании на отвертку и на вот эти стики. Кому интересно, берите себе. Отверточку заказал. Такую я чуть не нашел. У нас тут нигде неподалеку в свободной продаже. Ну и что делаем? Откручиваем 4 винта и меняем. Ничего сложного нету. Не покупать же джойстик, в конце концов, новый из-за того, что у меня на стике оторвалась резинка. Ну, просто уже нереально вот так играть, не очень удобно. Ну, просто вот как пальцу некомфортно. Тут вроде ничего вот так на правой руке, а на левой, конечно, такое себе удовольствие. Ну, погнали. Здесь еще один винтик. Вытаскиваем. И все. Вот он у нас в руке. По высоте. Чуть повыше. Xbox-овский все-таки повыше. Диаметр почти такой же. Нормально сойдет все. Для сельской местности. Так, эти в баню. Одеваем вот эти. Вот плотненько одевается. Но вроде ничего. Все нормально. Этот сел. Так. Вот. Вот так будет удобнее. Лоханулся, что сорвал наклейку. Ну ладно, фиг с ней. Не в наклейке дело. Так, все. Немножко сдуем. И можно собирать в обратном порядке. Так, здесь вроде все хорошо. Так. Главное, ничего не растерять. Вот так получилось. Нормальная высота. Все отлично ходит, все работает. Ну и собираем в обратном порядке.
Вот такой интересный гибрид у нас получился. Отлично теперь лежит в руке, хорошо нажимается, пальцы не скользят, все отлично. Мне даже вот стики с Xbox нравятся как бы больше, чем DualShock-овские. Да, они удобные, но, блин, можно было бы здесь, конечно, и выемку сделать. Да, резинки, все удобно, не потеет, не скользит, но, не знаю, вот такие мне, по мне, конечно, удобнее. Ну а вы, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем пока!